считай по-нашему, мы выпили немного. Не бруяй Бога, скажи, Серега, и если водку гнать не из опилок, то чтоб нам было с трех, четырех, с пяти бутылок. Вторую пили близ прилавка в закуточке, но это были еще цветочки. Потом скверу, где детские грибочки, потом не помню, так сказать, дошел до точки. Я пил из горлышка с устатку единевший, но как стекло был остекленевший. А уж когда-то коляска подкатила, тогда у нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили, но тут промашка, переборщили. А что очки товарищу разбили, так то портвейном усу убили. Товарищ первый нам сказал, что мы уймитесь, что не буяньте, что разойдитесь. На разойдись, я тут же согласился и разошелся, так сказать, и расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Не вру ей Бога, скажи, Серега. А что упал, так то от помутнения. Орал не с горя, от одупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго? Тут мы согласны, скажи, Серега. Вот он проснется утром, протрезвеет, скажет: пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. Так отпустите, вам же легче будет. Чего возиться, раз жизнь осудит? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, все понимает. А что молчит, так это от волнения, от осознания, так сказать, от просветления. Не забирайте, люди, плачут дома детки. Ему же в Химки, а мне в Медведки. Да все равно уже автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас здесь уважают. Гляди, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух про кукарека, сержант поднимет, как человека. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, обохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.